Итак, вот Феммен смотрим. О, месячный ROI 600%. Открываем позиции, смотрите. Неделю назад он торговал 600%. 400% месяц назад. Ну тут небольшие минуса. Минуса. Вот, кажется, красиво все. Потом берем вот сюда, ну, 90 дней посмотрим. Хреново, да? После вот такого пика будет падение, и у вас начнется тильт. А вот, пожалуйста, все не подходит, да? Хотя у него баблишко. Так, непонятно. Он там открылся на дохрена. Минус 13 тысяч убытков. Какой-то наркобарон играется. Дальше смотрим. Понравившиеся мне. Все. Ну тоже, вот он вот тут просел, у вас будет тильт. Все. 19% за все время, за целый год 19%. Ну что это такое? Смотрим дальше. Вик Сити. Во какой баланс огромный. Месячные рои. Все переключаем. О. Все. О. Так, ладно, рекомендовать. Тут, конечно, трудности перевода опять. Срать они хотели на русских. Фильтруем по максимальному балансу. Вот, 500 000 у человечка. Ну, у него минус сразу на обложке. Нечего даже туда соваться. Смотрим, кто тут из наркодилеров отмывает деньги. Короче, ясно, наркодилеры. Вик Сити мы смотрели. Ладно. По месячной доходности. Вот, значит, 44 тысячи наторговал. Открываем. Та-дам! Минус 2 миллиона. Отмыл наркоденьги, называется. Черти что. Дальше. Вот этот, например, да, 20, ну, 30 тысяч наторговал. Занят. Минус. Ну, короче, какой-то, блядь, ёбаный пиздец. Копитрейдеры, вы вообще существуете нормально? Или вы все тут бабло отмывать приходите? Ну, вот тут вот просадка, у вас будет тильт. Вы в петлю полезете. Кого еще тут рассмотреть? Ну, Вик Сити мы рассмотрели, ничего хорошего. Хопа. Вот тут вот прям тильт будет очень затяжной у вас. И тут тоже. Тоже ни хрена не торговал. Минус 3 ляма. Чё за херня? Копитрейдеры, чё за херня? Спасибо. Спасибо бирже Femex за то, что хоть предоставляет, отваживает вот такие графики, предоставляет более-менее честные, отваживает вообще от копитрейдера какого-либо. Вот, да, вроде наклонно это. С 1 января прет. Все равно минус. Ну что за пиздец? Ну что, блядь, за пиздец? Феммен мы смотрели, да, показатели хорошие. Смотрим за все время. Ну ебаный ты в рот.
Ну кого еще взять? Ладно, вот этот малорисковый, 1%, открываем. Ну ёбаный ты, сучий потрох, блядь. Ну хоть кто-нибудь нахуй, неужели на завод идти? Ну что за ебатня? Ну ёбаный, ну ёбаный. Всем пока.